Сезон весенних полевых работ открыт. В среду о задачах сельскохозяйственного кластера на этот год журналистам рассказал руководитель профильного департамента регионального правительства Дмитрий Дмитриев. Центральным фактором в сельском хозяйстве был остается климат. Неблагоприятность, наверное, сложилась в том плане, что была многоснежная зима, не было промерзания почвы и плюс 16 дней с минусовыми температурами в апреле. То есть вот эти вот три как бы фактора климатические, да, мы сейчас говорим как бы вот о климатических факторах, а не об экономических, они привели, так скажем, к некой издвижке сельскохозяйственных работ по факту ее начала. Техника готова на 70%. Правда, не обошлось без заминок. На льготное топливо сельхозпроизводителям с этого года рассчитывать не приходится. Виной тому стало вступление России в ВТО. Материально поддержать предпринимателей собираются региональные власти. В данном случае речь идет о дополнительном выделении. Вот, пока ни один субъект как бы дополнительных этих ассигнований не получил, но нам как бы известно об этих намерениях, они связаны с поддержкой ряда отраслей, значит, которые испытывают более самые системные сложности, значит, вот в связи с расширением рынка, вступлением России в ВТО. Это касается прежде всего птицеводства, свиноводства. Несмотря на ощутимые трудности, испытываемые отраслью, сельское хозяйство в регионе развивается более или менее стабильно. Сельхозтоваропроизводители в этом году планируют провести весенние полевые работы на площади более чем 80 гектаров. Но, вопреки афоризму Светы Курицыной, земель засеивать больше не стали. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.